показать остатки нашего снега. Сегодня у нас уже намного теплее, ну сыро, конечно, и ветра нет. Хотя я смотрю, флаг развивается. В общем, такая у нас погодка, что мы решили сегодня прогуляться немножечко со Славочкой. Давай там пройдем, а то тут всем не поместиться. Лежали, уже пообедали. И все лежим. Вчера не гуляли, потому что погода нелетная. И сегодня лежим. Потом Славик говорит, нет, давай, вставай, пошли. Ну, я говорю, ну и пошли. Немножко пройдемся и воздухом подышим. Слава меня все время пугает, что в пятницу или когда? Воскресенье, когда ты говоришь? Воскресенье будет? 14 градусов тепла. Вот. В субботу 10. Обещает, что будет 14 градусов тепла. Представляете? Я говорю, значит, будем одевать купальники. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, сейчас как-то так. Ну, ветер, ну, оно, воздух сам по себе сырой такой и холодный, могу сказать. Ну, а мы гуляем. Все равно гулять надо. Гуляем по парку. Славик мне политинформацию прочитал. Рассказал, как все правильно и как все неправильно. Кто виноват. А мы... Смотрите, елочки снег... закапывают в парке елочки. Возмущается... 30-сантиметровые елочки закапывают сейчас в парке. Эти елочки нужно в хозяйстве закупить. Заплатить деньги тем людям, которые придут и посадят. А что, через год или по окончанию войны нельзя будет закопать эти елочки? Это не ель большая какая-то. Елочка, которая, да, должна расти, но год-полтора. И абсолютно не решает для этой елочки. Детская площадка. Сколько лет стоял Ирпень до войны, никто не делал ничего. А теперь решили, привезли щебень у кота. Привезли, это большая машина, КамАЗ привез полный. Где-то 150 метров квадратных. Очистили, провели проводку, раскатали, рассыпали, тачками возили этот гранатсел. Укатали его, специальная машина. Вот. Потом привезли покрытие искусственное и стали его стелить. Подхожу, спрашиваю, скажите, а это что, спонсорские деньги? Нет, это в бюджете города. А на войну в бюджете города нет денег. Нету денег. Почему? Потому что 100% отвечаю, что там, где закупались эти материалы, были откаты. Почему? Потому что это все бесконтрольно. Никто за это не ответит. Пойди спроси, даже взять вот Харьков. Тоже пойди спроси в Харькове. За сколько купили? На что потратили? В Харькове стояли с 12-го года, с 11-го года к Евро-2012 на Гагарина, в проспекте Гагарина, делали дорогу и разделительный заборчик поставили. Я приехал в октябре месяце, да? Ноябре. Нет, в октябре. Смотрю, снимают заборчик. И столбики выкапывают. В общем, вот так вот мы идем гуляем. И Славик целую дорогу сегодня возмущается. Ну, в принципе, правильно, говорят же, что? Говорят, что на войну денег нет. Ну, возмущается. Конечно, он прав. Ну так нервничать тоже нельзя. Прямо вот разнервничался весь. Извините, я бы завтра пошел бы воевать, если бы было здоровье, но мне 70 лет. А, ой, фу, 52. Но здоровья нет. 52. Да, где наши 52? Вот так вот мы сегодня с политинформацией. Прогулка с политинформацией. А то, что воинам сегодня нужно платить деньги, и большие деньги платить надо, тем, которые на передке, которые воюют, которые, извини меня, они вернутся после этой войны, ни работы, ни денег, ничего. Им нужно платить не по 100 тысяч, им нужно платить в месяц по 300 тысяч.
Но эти деньги должен каждый город бюджетом сброситься и отправить эти деньги. Ну, и ты прав. Технику и все такое. Они, волонтеры, должны дроны возить. И продукты питания на передовую. Печки, буржуйки возят, готовят эти волонтеры. Машины едут по 2-3 тысячи долларов, закупают внедорожники, который, извините, может прослужить на фронте ровно один день. Может. Ну, в общем, у нас такая прогулка сегодня. Так что, если кому-то не нравится смотреть такое, не смотрите. Ну, мы смотрим правде в глаза, да, Славочка? А я бы сейчас на месте президента стал обыкновенным пиночетом, если не понимаю. Вот не понимаю. Не понимает этот Вова Кличко, не понимает этот Киевсовет. Никто ничего не понимает. Может быть, их бы с автоматом в окоп, вот, хотя бы там дня на два, на три. Не перчатки в руки и в ринг, а в окопчик. Ну, мы уже дома, и, как обычно, распаковка. Зашли мы в сельпо. В сельпо мы купили... Это у нас колонка будет. В сельпо мы купили на пробу. Были... египетские апельсины. Вот. Мы взяли на пробу, потому что в основном покупаешь такие кисленькие. Но это вот взяли, не знаю, попробуем египетские. Не помню, почем они. Сейчас скажу, у меня же тут чек. 54,99 вот за две. Но запах хороший. За две апельсины 26,51. Так. И купили мы еще. Это в сельпо. Вот такие вот сырочки с ванилькой. Мы любим с ванилькой. Славик говорит, я люблю волошковое поле. Я говорю, ну нет, нету волошкового поля. В общем, взяли опять-таки. Ну, я говорю, попробую. Так, потом мы пошли в Зоре Днепра. В Зоре Днепра мы купили филейные сардельки. Ну, не знаю, попробуем. Перед этим мы покупали у них... По-моему, сливочные назывались, воршкови. Были неплохие. Ну, какие эти будут? Не знаю, посмотрим. Так, дальше. Пошли мы в АТБ. Зашли в АТБ. Я увидела гранат. Сразу вспомнила Египет. Спросила, чей гранат. Сказали Азербайджан, а потом сказали, что Турция. Но опять-таки, все на пробу. Взяли на пробу гранат. Кстати, сколько он получился, мне даже интересно. Сейчас я гляну. Гранат 54,30. Вот этот гранат. Ну, получается почти $1.5. Одна штучка. А в Египте килограмм доллар. Ну, это такое. Так, купили сушку Славочки. Еще раз зашли, мы понемножку покупаем, чтобы не пропадали яблочки. Вот, сметанку ягодинскую. На супчик вот такой вот корень сельдерейчика. Так, ну, водичка, как обычно, две бутылочки. И сегодня была акция на силикагель. Я купила сразу аж две по 131 гривне. Обычно по 200 гривен такой. Ну, там 196, вот так вот где-то получается один пакет. А это был по 131. Ну и, конечно же, я сразу схватила две штуки, потому что это такое дело необходимое. Себе в чем-то откажешь, а кошке никак. На то она и кошка. В общем, все вот эти вот у нас такие покупки небольшие. Ну, ярлочки так. Слава умеет выбирать. Такие вот. Внешний вид очень красивый. Вот. День нужно съедать обязательно одно яблоко. Так Славочка говорит. В общем, вот такие у меня покупочки. Прогулка у нас сегодня, как я сказала, была вся в политинформации. Слава возмущается. Ну, может быть, он и прав, что возмущается. На этом спасибо, что смотрели. Спасибо, что заходите на мой канал. Спасибо за комментарии. Спасибо за подписки. Кто не подписался, подпишитесь. Ну, жду, конечно, от вас обратной связи, что вы думаете по тому поводу, что говорил Славочка. Как всегда, всем добра, всем здоровья, мирного неба и все будет доброе.